Забавно слушать те правильные слова, что вы говорите про правду, видя, как след за этим вы втихомолочку творите ложь. Могу предложить один лишь вариант. Он меня устроит. Надо же. Вы назвали меня сетевым фриком. Ну, во-первых, я даже ни разу это не говорил. Но если он считает себя сетевым фриком, ради Бога, вы ошиблись. В одной из своих крайне редко применяемых ипостасей, как существо остро чувствующее несправедливость, я воплощаю сетевого тролля. Ну, это любопытное перевоплощение. Удачи, так сказать, мы в этом. Могу для вас стать тем троллем, господин Левашов. Вы знаете, я уже испугался. Я уже улетаю в другую вселенную, знаете, от испуга.